13.07 в Кирове на 101.0. Программа «Интервью». Сегодня у нас не особое мнение. И у нас сегодня очень интересный и необычный гость. Я сначала немного расскажу, а затем представлю нашего гостя. Это тот самый бизнесмен из Италии, который хочет делать на Вятке наш местный вятский пармезан. Филиппо Спади. Филиппо, добрый день. Добрый день. И переводчик, которая сегодня будет помогать нам общаться с Филиппо, Ольга Киселева. Ольга, здравствуйте. 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 Итак, Филиппо, у меня первый и главный вопрос к вам. Почему же ваши бизнес-интересы связаны именно с Вяткой? В России много прекрасных городов, гораздо более красивых, богатых. Почему Вятка? So, Filippo, the first question is why your business interests are connected to Vyatka, as there are many richer regions in Russia, so why here? And the question, the answer is easy. And last December we went here with a group of friends for the historical research. Ответ простой. В прошлом году в декабре мы приезжали сюда с друзьями с целью исторического исследования. This group, this group was so full of different business guys, business manager, and we are all together for same passion, historical research. В этой группе было много моих друзей, много бизнесменов, руководителей различных компаний. Мы все были с одной целью ради исторического исследования. When we arrived here, we found a very good place and very friendly people. We were really surprised about this. Когда мы приехали сюда, мы встретили очень дружелюбных людей, что нас очень удивило и впечатлило. It's normal for us receive a welcome, warm welcome, but here we have received a very warm welcome. Это обычно получать хорошее гостеприимство, но здесь мы столкнулись с очень дружелюбным гостеприимством. So during the day we spent here, we taste a lot of different Russian foods, a lot of different Russian things, and we saw in this area you have not hard cheese. Мы здесь много попробовали разные еды, разных блюд, и мы заметили, что здесь нет твердых сыров. But you have a lot of good products, good milk products, like soft cheese, like milk, and we understood you have a very good quality of milk and big farms. Но мы заметили, что у вас есть другие очень хорошие молочные продукты, такие как творог и молоко, и мы поняли, что у вас очень хорошее качество молока и качество производства на фермах. So after December we come back in February and we have a test in different farms and we bring milks in Italy and we had analysis. И таким образом после декабря, когда в феврале мы вернулись, мы провели тесты вашего молока на различных фермах и посмотрели результаты. And the result was good. Результат был хороший. A little bit different from Italian milk, but it's good for production of hard cheese. Немного отличается от итальянского молока, но это хороший результат для производства твердых сыров. In our group there is a cheesemaker, very good cheesemaker that produces around 90 shape of parmesan every day in factory. В нашей группе есть очень хороший производитель сыра, который в день на своем предприятии производит 90 голов сыра. So me and other four guys would like to make a test and produce hard cheese like parmesan here and test the quality. И таким образом я и другие мои товарищи решили провести этот эксперимент и попробовать произвести здесь этот сыр и посмотреть, что получится. А уже была пробная закладка? Have you already made the test input? No, we are making test. We need some special place for this, special machines. Machines are ready in Italy, and we want to move there. But the first important thing is that all Russian people tasted parmesan. The answer was, wow, I like it. Мы еще не делали пробную загрузку. Оборудование уже в Италии готово, но нам нужно также еще найти место, подходящее для производства. Но что я могу сказать, что все русские, которые попробовали уже этот сыр, сказали, вау, это очень вкусно.
А какие качества молока важны для производства пармезана? На что вы в первую очередь смотрите? Which qualities of milk are important for production of parmesan? What is the first importance for you? The first important thing is the milk must be without pollution. Молоко должно быть не загрязненным ничем. And then quality of food of cows. И второе – это качество корма, которым питаются коровы. And then there are different kind of models of milk, and we have to correct it. But all natural situations, not artificial. Есть еще другие моменты, которые можно корректировать, но всегда речь идет о натуральном молоке, натуральных ингредиентах, не химических. А насколько долог процесс производства пармезана? То есть, насколько я понимаю, вот вы делаете пробную закладку, дальше сколько должно пройти времени? How long is the process of producing parmesan from its beginning when you input? To make a test, it's not difficult because we need only two or three machine, easy machine for low production and good space for seasoning. But the test will need around 6 months. Тест не займет много времени, потребуется 2-3 установки, и на тест где-то полгода уйдет. Пока зреет сыр. Until the cheese is ready. Yes, there are different seasoning of cheese. You know, there is 6 months, 12 months, 24 months, 60 months, 120 months. So very different kind of parmesan. But to check the quality, we need only the first step. Пармезан можно производить, можно выдерживать и 6 месяцев, 12, 18, даже 120, но для теста 6 достаточно. Хорошо, мы сейчас должны с вами прерваться на небольшой перерыв. Я напомню всем нашим слушателям, что сегодня мы разговариваем с итальянским бизнесменом Филиппо Спади, тем самым человеком, который хочет сделать пармезан на вятке. Кроме этого, у Филиппа есть несколько бизнес-проектов, которые он также хочет реализовать здесь. Я надеюсь, что мы сегодня в процессе нашего эфира обо всем этом поговорим. Сейчас уходим на небольшой перерыв и очень скоро вернемся. Good. Мы возвращаемся в эфир. Сегодня у нас программа интервью вместо особого мнения. У нас абсолютно потрясающий гость. Это бизнесмен из Италии Филиппо Спади и Ольга Киселева, которая помогает нам разговаривать вместе с Филиппо. Мы говорим о производстве пармезана на вятке, о том, насколько это реально, и о других бизнес-проектах, которые Филиппо хочет реализовать в Кирове. Филиппо, когда вы приехали к кировским бизнесменам и сказали: «Ребята, я хочу делать вятский пармезан», как они отреагировали? Филиппо, when you came to Vyatka businessmen and told them you want to produce parmesan here, what was their reaction? And honestly, most of businessmen in Vyatka was not true about this. It's not trusted with me. Если честно, то у большинства бизнесменов эта идея не вызвала доверия. Because parmesan process is very difficult. Потому что процесс изготовления пармезана очень сложный. And Italian brand was so big and powerful, and they are really proud of this brand. Итальянские бренды очень крупные, и они действительно гордятся этим брендом. But inside of this name, parmesan is a hard cheese. Но пармезан – это твердый сыр. And we want to produce a hard cheese. We cannot use the same name parmesan. It's covered by copyright. Мы не можем производить тот же самый пармезан, потому что он защищен авторским правом. So maybe the taste will be the same or very, very similar and high quality, and the name will be another one, maybe Gran Vyatka. Поэтому вкус будет таким же, и качество тоже будет таким же, но название придется сделать каким-то другим, например, со словом «Вятка». Но, тем не менее, вот кировские бизнесмены в вас поверили, насколько я понимаю, и какую помощь, чем они вам помогли? But as I understand, Kirov businessmen agreed to help you at the end, and what was their help to you?
It will be very interesting their help because some of them are really interested on this project. Это будет интересно, потому что некоторые действительно заинтересовались этим проектом. But the main investments will be from us. Но главные инвестиции будут исходить от нас. When we will know about quality of cheese, we can speak about future of this product. Когда мы поймем качество сыра, мы можем уже обсуждать будущее этого проекта. Because the main ingredient of Parmesan cheese, hard cheese, only milk, only молоко. Так как главный ингредиент твердого сыра пармезана это именно молоко. And you have to storage to stop a lot of quantity of milk for seasoning time. So a lot of money. И нужно хранить большое количество молока. Это дорого. Филипп, а чем вы занимаетесь в Италии? Какой у вас бизнес? What is your business in Italy about? I have an agency for trading products, industrial product from produce, from factory to customers. У меня агентство по продаже промышленной продукции от производителей к клиентам. For example, cheese machine, you need gear reduction, you need pipes, you need valves, you need a lot of fittings. Например, для оборудования для производства сыра нужны многие нужны трубы, нужны клапаны и так далее. So my work is create a connection between the customers and the factory. Моя работа заключается в том, чтобы наладить сотрудничество между фабриками и заказчиками. And support with technical devices, necessity of the customer and quality of products of the factory. И снабжать заказчиков необходимыми товарами и поддерживать качество на предприятиях. А почему вы в Италии не делаете пармезан? Why don't you produce parmesan in Italy? Because in Italy, I told you about our group found this situation, and one guys came from cheesemaker came from factory. Я рассказывал про моих друзей, что один из них как раз был с сыродельной фабрики. To produce original parmesan in Italy, you need a lot of money. Чтобы производить оригинальный пармезан в Италии, нужно очень много денег. We are speaking about a million of euro. Это миллионы евро. And because this market is really closed, and it's not necessary to produce another cheese beside of parmesan. We have parmesan. We don't pay so much money. Это очень закрытый рынок в Италии, и в итоге нет необходимости производить еще. But when we went to Kirov supermarket, we saw what kind of cheese you have, and we were thinking maybe an hard cheese would be good. Но когда мы здесь были в супермаркетах, мы увидели, что у вас много разных видов сыров, и мы подумали, что твердого сыра здесь не хватает. Было бы это хорошо. Все санкции. All sanctions. Yes, this is the reason because we want to produce here. Да, поэтому мы хотим здесь произвести. Вот такое импортозамещение по-итальянски. Будете переводить, Оля? So this is the import exchange and production. Yes, yes. And Italy has a lot of good products, from wine to cheese, and a lot of special. But we think there is a possibility to produce a good product also in Russia because you have a good quality of ingredients. В Италии производится много хороших продуктов, начиная от вина и заканчивая сыром. Но мы думаем, что в России тоже есть хорошие ингредиенты, хорошее сырье, из которого можно производить. And now this world is a global world. You know, people travel so easily, so cheaper cost of flight, and we want to share our experience in technology of food and try to make something together. It will be good. It will be good for all. It will not good. We have tried. Вы знаете, что мир стал глобальным, мы все путешествуем, с легкостью перемещаемся в разные места. Мы хотели бы поделиться своим опытом здесь,
с нашими технологиями, но если что-то не получится, то мы хотя бы попробуем. Какой прекрасный подход. Мне кажется, что это немного нетрадиционно для бизнеса. It's a nice approach, but I think it's a little bit not traditional for business. Yes, maybe yes, but 20 years ago we had a different idea of business. It was not possible, and now the economy in Europe is changing. Да, возможно, но 20 лет назад в бизнесе все было по-другому, а сейчас экономика Европы претерпевает изменения. If you have not new ideas in Europe, you can die. Если у вас нет новых идей, то в Европе вы просто погибнете. Because Europe market is so full of companies, full of brands, and the internal request is not so big, even if you have a good product. Так как в Европе рынок переполнен продукцией и брендами, спрос не такой высокий в итоге. So this is we think this is a new idea and we have to explore. Поэтому мы думаем, что это новая идея, которую нам стоит попробовать воплотить в жизнь. And it's a pleasure for us to share this idea with Kirov people because they welcome us so warm, so friendly, and this is could be a gift for people. И нам приятно делиться этой идеей именно с жителями Кирова, так как мы здесь получили такой дружелюбный прием, что это своего рода наш подарок кировчанам. Bring here our machines, our money, our persons. It's a proof, a demonstration of a trust. Привести сюда наше оборудование, наши инвестиции, наших людей, это подтверждает наше доверие. А вы много общались с кировскими предпринимателями. Вы чувствуете разницу между ведением бизнеса в России и ведением бизнеса в Европе? During your communication with Russian businessmen, did you notice any difference in running business in Russia and in Italy? Yes, I spoke with them about this, but we have a different point of view, and it's not so easy to understand what's happening. So we prefer to start from the low level of business. We can try, and what we can do a good product. After this, we can choose the right position in Russian market. Да, мы обсуждали, но у нас были разные точки зрения. Мы решили, что мы начнем с самого начала, проведем испытания, а потом уже посмотрим, как выходить на российский рынок. Все-таки рынок будет российским, не только кировским. So you want to go to the Russian market, not only Kirov market? If possible, yes. Если возможно, то да. You have nine region borders from Kirov region. У вас 9 только соседних регионов. And it could be an opportunity for Kirov region have the factory and the plant and send products outside. Это могла бы быть возможность для Кировской области иметь здесь завод и затем поставлять продукцию в другие регионы. You have Italian factory here like Candy, Viesta and Pirelli, and they move products everywhere. У вас уже есть здесь итальянские предприятия, такие как Candy, Viesta и Pirelli, и они свою продукцию поставляют повсюду. Давайте тогда поговорим, Филипп, о втором бизнес-проекте. Это лампы для теплиц, презентация которого состоялась буквально накануне вечером. So let's talk about the second area of business, that is the LED lamps, the presentation of which was just yesterday night. Yes, yes, it's a new product, and it's a new product also for Italy and Europe, because this company, C-LED, beside the Cefla Group, we remember Cefla Group has 2,000 of workers and 500 million euros. And they study the light of the sun, and they produce special LED to reproduce
sunlight in building, in the dark. Да, это новый продукт, который новый также и для Европы. И это компания Silet, которая является частью группы Tefla. Как вы помните, в группе Tefla работают 2000 человек, и оборот составляет 500 миллионов евро. Итак, они произвели лампы, которые воспроизводят солнечный свет. They really produce a lamp that send only the right light the vegetation need to produce different kind of vegetables. Эта лампа дает именно тот свет, который нужен для выращивания той или иной культуры. And with this lamp you can grow different kind of vegetables and it is covered by a lot of copyrights. С помощью этой лампы можно выращивать различные культуры, и все эти лампы защищены патентами. Я хочу от себя добавить, буквально накануне вечером была презентация этого оборудования. Два топ-менеджера компании Tefla приехали к нам из Италии с приключениями, как водится, итальянцев в России. Они добирались до Кирова больше суток, приехали буквально на один вечер, провели презентацию и уехали обратно. Я думаю, что мы не будем это переводить Филиппа. Я сейчас задам вопрос. Почему лампы? То есть, почему вы видите перспективу для этого бизнеса в Кирове? So why lamps? Why do you see an opportunity for this kind of business in Kirov? I understood you had not a lot of sunlight during the year. Я понял, что у вас не хватает солнечного света в течение года. I was really surprised in December when I was here. You had only few hours of light. Я был очень удивлен в декабре, когда было всего несколько часов солнечного света. And all Russian people want a sunny day. Oh my God. А все русские хотят солнечных дней, о господи. And when I met this company, I told to myself, why not? Когда я встретился с этой компанией, я себе сказал, почему бы нет. Я думаю, что надо срочно всем кировчанам просто переехать в Италию и решить для себя вопрос солнечного света. So all Kirov people should urgently move to Italy and solve this question for them. Я думаю, что мы на этом прервемся ненадолго и вернемся к вам во второй части программы. Я напомню, что мы беседуем с Филиппо Спади, бизнесменом из Италии, тем самым человеком, который собирается сделать в Кирове наш местный собственный родной пармезан, и о других его бизнес-проектах на Вятке. Сейчас мы уходим на короткую рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы сегодня разговариваем с итальянским бизнесменом Филиппо Спади, человеком, который собирается сделать в Кирове местный пармезан. И сейчас мы обсуждаем второй бизнес-проект, который хочет реализовать Филиппо в нашем городе. Это освещение для теплиц. Интересный производитель из Европы. Буквально накануне прошла презентация. Об этом оборудовании рассказали кировским бизнесменам, которым это может быть интересно. Филиппо, я хочу получить от вас обратную связь о вчерашней встрече. Заинтересовались ли кировские предприниматели? Филиппо, I want to receive a feedback from you about yesterday's event. So were the Vyatka businessmen interested in the product? Yes, first I would like to thank Mr. Yuzenko for the support of this event and all the staff. I can say all names, and we had a very great time, even if a businessman from Tefla was on delay about Ruslan. Да, я хотел бы поблагодарить в первую очередь господина Усенко за прекрасную организацию этого мероприятия. И все прошло отлично, даже несмотря на то, что руководители Tefla намного опоздали из-за задержки рейса. Да, добирались сутки. Я, если честно, была удивлена, что они вчера доехали в хорошем настроении, очень позитивно и дружелюбно со всеми общались. Юлия was surprised that in spite of all the delays, your friends were very positive and friendly and talking to everybody without any problem. And without drugs. No, it's a joke, of course.
Шутки. Ну да, мы все поняли. Филиппа, расскажите, чем отличаются лампы, которые предлагает итальянская компания Silet от всех остальных? Чем они лучше? Could you please explain in which way Silet lamps are better than other lamps? If you compare Silet with the normal lamps, sodium lamps, you have low power. Silet has a very low power, low energy necessary to produce lamp. Если сравнить лампы светодиодные лампы Silet с другими лампами, например, натриевыми, то здесь будет намного ниже энергопотребление. I know the energy saving is a very big problem here and also in Europe. Я знаю, что проблема энергосбережения очень актуальна здесь и также в Европе. The second step is the cost. Второе — это стоимость. The cost of our competitor is bigger than our cost. Цена нашего конкурента выше, чем у нас. А вы говорите про конкурентов в Европе или про конкурентов в России? Do you mean competitors in Europe or in Russia? In Europe. В Европе. Because this new technology is in hand of only few companies. Так как эта технология сейчас в руках всего нескольких компаний. And the third was the quality of LED lamp. А третье — это качество светодиодной лампы. A combination of different LEDs and a combination of the lamp is very, very important for us, and every customer has a different plan, layout in this greenhouse. Комбинация различных светодиодов, комбинация различных ламп — это очень важный момент, и для каждого заказчика индивидуальное решение. And the fourth is the service, is the most important thing, because Silet make equipment in greenhouse, and before payment they want to be the all the company is ready, all the lamp is ready, and have a good runs. If businessman, Russian businessman, is not satisfied of this situation, he can say, no, I don't want to come back with these lamps. If he is satisfied, can say, okay, I pay this. И четвертое — это сервис, что очень важно также. И я хочу обратить внимание на то, что компания Silet очень важно удовлетворить покупателя, и поэтому сначала она производит полную установку, делаем пробный запуск, и только если покупатель остается довольным, тогда он платит за это. So every greenhouse, every situation have a different project, free different project that the company made for businessmen. Таким образом, у каждой теплицы, у каждой компании есть возможность получить свой бесплатный проект, за который они не должны платить, если им не понравится результат. А как вы будете проверять, понравился результат или не понравился? Вы просто настолько доверяете? How can you check if they are satisfied or not? So you have a big trust to these people. Yes. Да, доверяем. You can check with the result of vegetables. Можно посмотреть на результат выращивания овощей. So you can check можно the product результат. Vegetables is more fast the growing and better than the other one. And don't forget you have around 60% of energy saving. Можно увидеть, что овощи выросли быстрее, что их больше, что урожай больше, и не забывайте, что вы также экономите 60% энергии. Филиппа, а как вчера кировские предприниматели отреагировали вот на эту информацию? Филиппа, so how was the reaction of Kirov businessmen yesterday about this information? First reaction was surprised because how a lamp can живые итальянцы can be like sun, and the second reaction was to be interesting and understand. Первой ее реакцией было удивление, как лампа может быть такой же, как солнце. Ну а вторым был интерес, чтобы понять, как это работает.
But now we can give them all information about, and we will support in every decision. And I'm here, I will be here so frequently, and I can go directly to every one greenhouse and check all situation in this. Сейчас мы готовы предоставить им всю информацию и всю необходимую поддержку. Я также буду часто сюда приезжать и буду, у меня будет возможность заезжать на эти предприятия и смотреть, как все происходит. Я знаю, что вы уже договорились с Кирово-Чепецкой тепличной компанией провести небольшой тест и испытать в действии эти лампы. I know that you already have an agreement with Кирово-Чепецк Greenhouse company, and so you agreed to make a test and to see the result. Yes, yes, we will do a free test for Kirov-Chepetsk greenhouse, and so they. The businessman can check what is the difference. Да, мы проведем бесплатные испытания для Кирово-Чепецкого тепличного комбината, и руководитель сможет убедиться в том, как это работает. We will send lamps sooner, and then Italian technical staff will come here, and they will set up all the lamps. Мы пришлем сюда все необходимое оборудование, все лампы, а затем итальянский специалист приедет и все это настроит. Remember, CLED and Cefla has 85 years old. Не забывайте, что у CLED и Cefla 85 лет. And they produce a lot of different components, like road lamps. И они производят различные компоненты, включая также уличные лампы. But also medical devices, like sterilization, like microcamera. So we know very well about electronic system. А также медицинское оборудование, стоматологическое, такое как микрокамеры. Таким образом, мы знаем очень хорошо толк в этом деле. So this company doesn't want to waste his name only for lamps, so they trust a lot in this product. Компания, конечно, не хочет терять свой имидж из-за ламп, поэтому, конечно, мы доверяем этому продукту. Ну вот, наверное, у меня будет тот же вопрос про компанию Cefla. Большая европейская компания, 2000 сотрудников. Сколько там миллионов евро оборота? What was the amount of million of euro for Cefla? 500 миллион. 500 миллионов. 500 миллионов оборотов в год. Зачем Вятка этой компании? Почему они сюда приехали? The question is why the company that is as big as Cefla, why it wants to come to Вятка? Because I started with them working together, and I want to again, like Parmesan, to want to opportunity to this town and this region to have a new business and new technology. From here, maybe we can move this business and in other oblasts. Это все началось с моей идеи. Я хочу дать возможность Кирову получить такое предприятие, и если все пойдет хорошо, то дальше пойдут поставки в другие регионы. Такое ощущение, что вы занимаетесь не бизнесом, а благотворительностью. It looks not like business, but like charity. No, charity, of course. Нет, это не благотворительность. No, of course. Business must start from a place where you find good condition for this. Бизнес должен начинаться там, где вы находите для него хорошие условия. I received some contacts from other region after first article last month. I checked these messages, but I didn't feel so warm welcome like here, and I need trust. Я получил несколько сообщений с контактами из других регионов. Также я с ними связался, но ощущение не было таким, как при общении с кировскими бизнесменами. А до того, как начать здесь какой-то бизнес, вы изучали условия ведения бизнеса в России, общались с российскими предпринимателями о том, каково же вести в России свое дело?
But before starting any business here, did you study how it is to have a business in Russia? And did you communicate maybe with some Russian businessmen to learn about it? We had some contacts with the Russian businessmen, and it's not so easy. It's not so easy because for European people, Russian market is really closed. And a lot of company, I met a lot of company in Italy that send material, they sell material in Russian. And it is like a different closed market. So like Parmesan, we want to start from the bottom of the business. We dirty our hands, we say in Italy, you know, and we work with you and we want to build our trust with you from a point. Да, я общался, и я понял, что это не просто вести бизнес в России. Также для европейцев не просто попасть на российский рынок, так как он достаточно закрытый. Это могут подтвердить другие итальянские компании, которые сюда присылают материалы. Но, как я уже сказал, что касается сыра, мы хотим начать с самого начала и, грубо говоря, своими руками это все сделать. Don't forget, Cefla Group has a plant in Moscow. Не забывайте, что у группы Cefla есть свой завод в Москве. And they produce furniture for shopping and fittings. So all things around shop equipment. И они производят продукцию для торговых сетей, различные оборудования. And we can combine LED lamps technology and shops furniture to produce indoor growing system, growing unit. И мы можем соединить технологию светодиодных ламп с этим торговым оборудованием и произвести установки, которые позволяют выращивать внутри помещения небольшую зелень, например. Cefla Group built the first shop of future, and this shop is without person, and you have communication with your smartphone about product, about information, about payment. So the company is very big. Cefla Group создала супермаркет будущего, в котором нет персонала, а покупатели могут получать всю информацию о продукте на свой смартфон, например. But in the past, other companies introduced LED lamps. Но в прошлом также другие компании, конечно, предлагали светодиодные лампы. Without a good result. Без какого-либо хорошего результата. So this is the reason because people is a little bit without trust about this technology. И поэтому у людей недостаточно доверия этой технологии. Нам вот, к сожалению, пора заканчивать эфир, потому что время кончается. Unfortunately, we have to end our discussion because we are out of time. It's always a pleasure. Это всегда приятно. Я надеюсь, Филиппа, что ваши бизнес-проекты реализуются в Кирове, и что у нас все-таки появится свой собственный твердый сыр, которым мы сможем гордиться вместе с вами. I hope your projects will become true here, and that we finally have our hard cheese that we will be proud about. Thank you. Thank you. Спасибо. В студии для вас работала Юлия Афанасьева. Я напомню, что мы говорили с Филиппо Спади, бизнесменом из Италии, который хочет делать на Вятке наш местный пармезан. На этом мы заканчиваем. Всего доброго и до свидания.